Здравствуйте, мои друзья, гости, подписчики моего канала. Меня зовут Наталья, и вы на канале «Сад в цветах». Сегодня 19 апреля. Я предлагаю вам совершить со мной небольшую прогулку по моим клумбочкам. Я покажу вам, что у меня и как перезимовала, что я делала в эти дни. Оставайтесь со мной. Я вам все покажу. Но в первую очередь вот я показываю вам вот такого вот интересного лебедя. Это мои кашпо. Вынесла я их уже на улицу. Два у меня таких лебедя. В них растут у меня петунии. Не знаю, возможно, может быть, в этом году я посажу какие-нибудь другие цветы. Такие два красавца живут у меня здесь на участке. Также я навела порядок в своих фигурах, омыла их. Они теперь вот такие чистые. Все стоят вот здесь вдоль тропиночки и ждут своей очереди, когда же я вынесу их по своим местам. У каждой фигуры у меня в моем саду и огороде свое место. Но сейчас еще обещают дожди, поэтому вот я их пока расставила вдоль своей дорожки. Дальше будут здесь стоять мои цветы. Здесь всегда стоят петунии. Но пока вот так. Но сейчас я вам покажу свои небольшие клумбочки. И хочу я начать вот с этого небольшого участка. Здесь у меня в основном почвопокровники, такие как флокс шаловидный, исколка, гвоздика. Здесь у меня новый житель, который я вчера посадила. Это новый барбарис, грин карпет. Прикрыла его от солнышка. Здесь он так себя чувствует. Гехерки, мои почвопокровники. Начинает зацветать медуница. Здесь моя гортензия древовидная, голубая. В прошлом году перезимовала не очень, в этом году вся уже прям на почках, на почках. Может быть, порадует даже своим цветением. Небольшой участочек. Такой. Следующие у меня клумбочки. Здесь у меня снова барбарис. К сожалению, название не знаю. Покупала его без названия. Ну, барбарис с красными красивыми листьями. Немножко его сформировала, чтобы он был не такой раскидистый. Придала ему форму. Здесь уже показались мои маки. Красавцы. С крупными цветами, оранжево-красными. Гехерки. Гехеры, в принципе, перезимовали неплохо. Вот что-то похуже, конечно, но выходит из земли. Вот эта гехера с такими глянцевыми листьями, она всегда выходит из-под зимы такая, а потом нарастает. Вот еще гехерки. Тоже гехера. А здесь у меня спирея японская с такими красивыми салатово-оранжевыми листочками. По заднему плану у меня посажены лилейники. Вот так это смотрится. Вместе с моими жителями. Кстати, кашпо, вот эти лебеди, они выполнены своими руками. Вот они. Здесь на этой стороне у меня росла яблоня. Спиля для от старости. Здесь тоже живут такие жители, тоже сделанные своими руками. Такие три аиста. Вот они здесь у нас в гнезде. Тоже нужно обновить, пока еще руки до этого не дошли. Здесь у меня барбарис новый. Посадка 2020 года. Осень. Называется он Orange Dream. Красивый очень листовой, перезимовал, в принципе, неплохо. Здесь у меня косточки, флокс
флокс шиловидный, бересклеты. Бересклеты, посадка осень 2020 года. Такой бересклетик. И вот там еще у меня такой зеленый. Это лавандочка узколистная, посеянная из семян. Посадка тоже осень 2020 года. Перезимовала, в принципе, неплохо. Тоже пучок покровнички. Здесь у меня барбарисик. Вот такой. Голдолита. Карликовый. Уже листочки уже видно, что они такие золотистые. Перезимовал неплохо. Ну, вот я не знаю, удачно ли я его посадила. Потому что у меня вот на этом месте еще один барбарис. Барбарис ауреа. В принципе, они очень красиво сочетаются. Ауреа — салатовые листья. У этого такие золотистые. Здесь у меня барбарис Хелмонд Пилар, колоновидный, с бордовыми листьями. Специально сюда посадила именно колоновидный, чтобы он не занимал очень много места. Это моя туя Даника. Здесь у меня мой туй Тедди. Прикрывала, конечно, от солнышка, поливала. Но немножко все равно она погорела. Ничего, я думаю, отойдет, все будет хорошо. Здесь у меня самшит. Такой самшитик. А по краешку у меня почвопокровники. Тут у меня флоксы, камнеломки. А здесь мой, моя красавица сосна горная. Ей много уже лет. Ну, вот такая она стелится. Уже достаточно такой мощный ствол. Мне очень нравится она. Такая. Занимает мало места, но очень интересная. Здесь у меня медуница. Немного другая, не та, которую я показывала ранее. Флоксик. И вот это барбарис тоже низкорослый. Называется конкорд. Такими бордовыми листьями. Тоже он низкорослый. Он здесь вот растет вместе со спиреей японской. Тоже я ее стригу шариком. И вот здесь вот у меня вот такая клумбочка. Так смотрится. Ветер, конечно, очень сильный. Сейчас я вам покажу еще другие свои клумбы. Здесь у меня вот такая зона, зона беседки, качели. Еще беседка не открыта. Здесь тоже у меня находится, как я и говорила, у меня много то, что сделано своими руками. Вот здесь мельница, но она еще не собрана, лопасть еще не прикручена. Здесь у меня моя лошадка с телегой, в которую я ставлю цветы. У меня здесь сидишь на качельке, любуешься такой красотой. Здесь у меня еще закрыт рододендрон, розы. Еще пока не открывала. Здесь у меня красавица форзиция. Тоже уже вся скоро зацветет. Вся на бутонах. Порядок еще надо, конечно, наводить. На этой вот клумбочке у меня здесь в основном флоксы. Несколько хризантем. Здесь у меня также абриета из семян посеянная. Посадка весны 2020 года. Это из семян. Здесь у меня розочка закрыта. Еще пока не открываю, жду, пока наступит пасмурная погода. Это очень красивая ароматная роза. Виолет парфюм. Ну, вот здесь у меня кехерки. А еще здесь порядка нет. Здесь у меня под яблони еще клумба небольшая. Здесь у меня вообще по кругу посажены хосты. Здесь вокруг вот тут. А между хостами у меня растут крокусы. Здесь вот хосты.
здесь крокусы. Красивые очень цветы. Очень их люблю. Такие красавцы. А здесь опять большая такая, которые в основном тоже растут пучевопокровные растения. Например, здесь у меня гвоздика-травянка, мускари. Мускари у меня как простые, так и махровые. Здесь у меня я обрезала, как они называются, верески. Да, у меня два вереска, один не перезимовал, здесь вереск. Здесь пучевопокровные растения у меня. Вот они, почетки, едкий, камнеломка. Тут у меня тоже куст спиреи японской. Здесь вот у меня всякие разные растения. А это у меня магония. Здесь растет, посадила ее. Такая вот небольшая клумбочка. Здесь у меня клумба с розой. Роза фламентанс тоже укрыта пока лапником. Не открываю. Здесь она на арке. Пока не открываю, вся на почках. На почках прям. Но не открываю, жду, пока наступит такая пасмурная погода с дождями. Обещаю дожди завтра. Здесь у меня лилии, клематисы, рябчики. Тюльпанчики на такой клумбе. У меня еще есть клумба, но там пока еще смотреть нечего, потому что там в основном розы, а они все закрыты. Такую небольшую прогулочку мы сегодня с вами совершили. По моим клумбам, конечно, порядок еще нужно наводить. Но вот пока все выглядит так. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной, я буду вам все показывать. До скорых встреч!